Сегодня утром верховный главнокомандующий Вооруженных сил России Владимир Путин отдал указание о приведении Северного флота и отдельных соединений Западного военного округа в полную боевую готовность в рамках внезапной проверки. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной государства. Внезапные проверки боеготовности Северного флота, соединений Западного военного округа и ВДВ привлечены 38 тысяч военнослужащих, более 3 тысяч единиц военной техники, 41 корабль, 15 подлодок, 110 самолетов и вертолетов, уточнил Шойгу. Проверка началась в 8 утра по московскому времени, сообщает Интерфакс. Одновременно главнокомандующим видами вооруженных сил, командующим родами войск, начальникам главных и центральных управлений Минобороны вручили пакеты с директивными указаниями. С весны 2014 года российские войска провели ряд крупных учений, некоторые из которых были внеплановыми. Всего в 2014 году Минобороны провело более 3 тысяч военных учений различного уровня.